есть моменты тотальной растерянности в очевидной конечности дней, что, наверное, просто естественно, но от этого только больнее. Что-то тянет внутри и противится, и не хочет никак признавать, что весь мир для тебя лишь гостиница, и всегда из нее уезжать. Ты терзаешься, мнешься и мечешься. В точке Б остановка – твой дом. А вокруг жизнь соблазнами стелится. Путешествия, пляжи, паром. Ностальгия по дням без печали. Ностальгия – всегда аромат. Мы здесь каждый кому-то продались. Ведь вся жизнь – бесконечный прокат.